В Уральске трое молодых людей, получивших образование по программе «Болашак», всего за год стали успешными рестораторами и уже готовы делиться собственным опытом. С ними встретилась моя коллега Ботагоз Базарбаева. Аргын, Асхат и Улан получили образование в британских университетах. Год назад они открыли в центре города лаунж-бар и кофейню. Взяли на работу 35 человек и намерены окупить все расходы за пару лет. IT-проекты в сфере ресторанного бизнеса, собственный кондитерский цех или лаунж-бар в Атрау. Возможностей для роста много, отмечают они. Практически все ниши в бизнесе свободны, считает Аргын. Было тяжело лет 20-30 назад, когда не было интернета, не было сети, где есть вся информация. Сейчас, на самом деле, очень... стало все легче благодаря цифровизации. Сейчас, допустим, человек в любой точке мира может обучаться тому, чему он хочет. Очень сильный в последнее время именно в тренд в онлайн-образовании. Есть такое правило, всегда говорить «да». То есть на все возможности надо пробовать все. То есть не бояться, самое главное, и делать. 70% необходимых средств молодые предприниматели получили в кредит по госпрограмме поддержки бизнеса, а вести дело учились по ходу. В Европе совсем другая концепция общепита, рассказывают молодые люди. Тренды в этой индустрии обновляются постоянно. Важно найти свой формат. У нас приходят и аташки, которые читают газеты с кофе, с чаем. Приходят и очень молодые. Там приходят мамочки с детьми. То есть мы хотели сделать уютное место в центре города, где ты можешь найти все, что ты хочешь, неважно, кто ты. Потенциал молодых предпринимателей нашего региона очень высокий. У нас идет активное развитие малого и среднего бизнеса. Можно увидеть, за последние годы очень много малых предприятий, малых субъектов бизнеса открывается. В том числе идет очень хороший эффект именно по вопросам занятости, потому что малые предприятия, то есть это могут быть и вот рестораны, кафе, там какие-то сервисные услуги, они создают рабочие места. Молодежь составляет пятую часть населения региона, и ее доля в сфере бизнеса растет с каждым годом. Только за прошлый год в регионе выдали 4 миллиарда тенге микрокредитов. Четверть этих средств пошла на стартап-проекты. Для начинающих молодых предпринимателей действует 9 коворкинг-центров с компьютерами и доступом в интернет. Ботагоз Базарбаева, Булат Шалгасов, Канат Махмутов, Уральск, Хабар 24.